Так, нам сейчас направо. Уклон вообще очень сильный. На видео этого никогда не видно. На самом деле уклон спереди дает вообще ложаться наружу. Там. Что, давай это? Здесь оставим мотоциклы. Поднялись. Четвертый, шестой, куда налево? Мы приехали на вьюпоинт. Будем смотреть на Хуакин с горы. Весь Хуакин должно быть видно. Теоретически. Сейчас проверим. Да. Это третий вьюпоинт. И вот он, Хуакин. Покажем. Вон на той горе мы были в прошлый раз. Прямо. Короче, на вьюпоинт 3 не ходите. Здесь нифига нет вообще. Никакого вьюпоинта. Кроме аквариума для динозавров. Да, кроме аквариума для динозавров. Здесь, похоже, снимали парк юрского периода. Очень похоже. О, куда мы пришли. Здесь намного вот красивее, чем мы были на вьюпоинт точка 3. Ну потом сейчас выше еще поднимемся, вон на пятую. Да, вот мы сейчас вот здесь. Звездочка. И сейчас весь Хуакин. Не знаю, я просто вот увидел звездочку, поэтому сказал, что мы там. А на самом деле мы там или нет, не знаю. Кайф вид, да? У меня обжигает пол. Пол, да, под нами обрыв. Нет, вид вообще шикарный. Вид вообще просто огонь. Вам тоже нравится, да, наверное? Видок. Супер. Вообще огонь. Класс. Я любовался бы этим видом. А теперь мы идем в вьюпоинт 5 смотреть. Кстати, мы выбрали отличный день для наших похождений. Сегодня порядка 35 градусов. Температура воздуха и повышенная влажность, да? О, смотри, куда мы пришли, Влад. Здесь вообще нормал. Прям нормал. Мы дошли. Да. Ни хрена себе, ребята, вьюпоинт 5, это просто отпад. Это вообще жесть. Вид очень похож на то, что я показывал вам в Казахстане. Вот, смотрите. Но, блин, тут прям вообще огонь. Здесь он как-то ближе смотрится. Да, вообще вот он, вообще весь Хуахинище, вот он. Мы так и не выяснили, зачем там этот огромный котлован. Тросы натянуты, железная такая сетка, скорее всего. Но сетка порвана. Да, вон скорее всего, что-то выращивали такое, чтобы оно сюда не лезло. Вообще непонятно. Не крокодил уже, крокодилы, блин, не подпрыгнут. Обезьянам зачем им вода? Змей каких-то, анаконд выращивали тут по-любому. Или маленьких динозавриков. Только маленький парк юрского периода. Все, дальше. Куда мы сейчас поедем? Пещеру? Все, сейчас двигаемся в пещеры. Там попрохладнее, надеюсь, здесь. Угорели уже. Сейчас снимем спуск вниз. Как мы спускаться будем.
Давай направо. Что, едет? Жесть, подожди.